Ребят, это пульсоксиметр, и недавно моя знакомая сказала, что это самый важный, самый трендовый товар, гаджет, который сейчас нужно использовать в современном мире. Сказать, что я офигел, ничего не сказать, какой там iPhone 12 Pro, если есть пульсоксиметр. Но давайте посмотрим и разберемся, что это такое и вообще для чего оно нужно, с чем это едят. Поехали. Это пульсоксиметр. Он надевается на палец, и, кстати, он не прокалывает ваш палец. Предыдущие версии пульсоксиметров действительно это делали, но технологии идут вперед, и больше это не нужно. Мы его запускаем, и, собственно, он нам выдаст два результата. Первый результат — это будет, собственно, уровень кислорода в крови, чтобы определить пневмонию на ранних стадиях, и скорость биения сердца. Конкретно сейчас скорость биения сердца 103, а уровень кислорода в крови у меня 98. Это здорово, потому что было бы меньше 95%, мне стоило бы задуматься о том, собственно, что пора бы обратиться к врачу, наверное. Итак, дополнительное преимущество этого устройства также, что помимо цветного экрана мы получаем возможность измерять расположение этого экрана, чтобы он нам отображал информацию горизонтально или даже вертикально, конкретно вы видите в четырех режимах. Более того, пульсоксиметр этот не будет работать без пальца и автоматически будет выключаться, а работать он у нас будет от двух пальчиковых батареек. Также в комплекте у нас удобная такая держалка на руку, наверное. Вот, ну и, собственно, все. Итак, ребят, все эти пульсоксиметры, они доступны в нашем магазине. Переходите по ссылке, там будет Инстаграм, и пишите нам обязательно в Директ. Собственно, сможем доставить в любую точку России. Мы также работаем с юрлицами, бюджетными организациями и можем предоставить все необходимые документы для сотрудничества. Ждем вас по ссылке в описании.